С добрым утром еще у меня. Вам хорошего времени суток. У нас так тепло, просто невероятно. Я прям даже не понимаю, как может быть так тепло в середине практически сентября. Твою дивизию. Протирала стекла. Твою дивизию. Но ведь точно ж, понимаете, вот. Ой. Да, сегодня у меня какой-то высокосный день, блин. Ой, ну честно, ведь высокосный, аж. Ну вот как это можно вот объяснить, а? Сегодня мой замечательный этот самый камерат, то бишь друг Тюбсе, сделал мне утренний подарок. Я уже думаю, не, я вставать не буду. Он там му-му-му. Он когда что-то прет во рту, у него вот это му-му-му-му-му-му-му-му. Думаю, ну точно мышь принес. И он все ближе и ближе к этой мыши с этим му-му-му. Все ближе и ближе. И я уже это самое смотрю, что он где-то вот возле моей кровати. Я, значит, поворачиваюсь на звук. Смотрю, он сидит с мышью во рту. И он ее отпускает. И та мышь, не будь дурой, фига как ускакала. Я со скоростью, я не знаю, я катапультировалась с кровати. Галопом искать ту мышь. Слушайте, ну это просто нечто. Я сказала Тюфсе все, что я о нем думала. Ну, в общем, мышь, конечно, не будь дурой, она куда-то заныкалась. И, в общем, я перерыла все, пересмотрела, куда, где, ну, даже не знаю, у нас у меня там за кроватью, значит, это самое, есть такие, как бы, нычки. Ой, ёлы-палы. В общем, я в таком этом самом стрессе думаю, куда она убежала. Куда она прыгнула? Спать хочется. Ну, слушайте, 7 утра. Я легла в 3 ночи. В общем, я дергала ту кровать. В общем, мышь я так не встретила. Тюфса был очень доволен, что я столько внимания ему уделила. Эта мелкая, полосатая, понимаешь, пушистая. Бандит пушистый. А, змея, ё-моё. Там была змея. Такая живая. Я даже не помню, о чём я рассказывала. Все раз, вот очки, стекло вылетело два, вот сейчас змея номер 3. Сегодня точно какой-то высокосный день, прям не знаю, да вообще капец. Змея ползла по асфальту, серенькая такая, похоже, что это гадюка. У меня так еще мелькнула мысль вернуться, закинуть ее на обочину. Ну, вспомнила серый цвет и думаю, нет, пусть другие спасают. Был бы ужик, еще может было бы. А гадюку, ну ее. Точно высокосный день. Я не знаю, как это все сделано. Может, сегодня какие-то эти самые. Сегодня вторник. Сегодня у нас случайно не какой-нибудь этот сам страстные какие-нибудь эти
когда все гады заползают куда-нибудь. Это же надо. Ой. Да. Но главное, я на нее не наехала. Даже несмотря на то, что она гадюка, я на нее не наехала. А другие уже пусть будет на их совести. Пока. Готовлюсь к высокосному дню. Я уже заехала в магазин после работы, затарилась. Сейчас еще решила еще в один. Ой, травка. Решила еще в один заехать. Вспомнила, что мне бы хотелось. Не факт, что есть, но заеду. Представляете, у нас 27 градусов. 27. Середина сентября, Норвегия. Неужели это возможно? Плюс 27 в середине сентября в Норвегии. Это просто вот, ну, нереально. Может, муж мой стоит, а муж не стоит. Нет. Наверное, не он. Сейчас еще в один магазинчик смотаюсь и поеду домой. Красота. Волны плещут.
Да. Даже не верится, что скоро будет зима. Какой-то народ на даче только что болтал по мобилке с кем-то, ну очень громко, нарочито громко. Я тут увидела вот этого товарища под березовичек. Ждет своей участи. Практически как в домике. Две ветки сделали такой шалашик. Морские обитатели еще наличествуют. А береза-то какая красивая, с желтыми сережками такими. Увесилась. Нашла я свои смешнючие очики. Потому что вот эти, по-моему, все. Копцы им. Только надо ехать в город. Ой, ничего не вижу. Надо ехать в город покупать новые. А, они треснули. Мать, я думаю, что стекло выпало. Они, оказывается, треснули. Да. И как раз на носу. Вроде не цепляет. Ну, разве что монокль вставить и с моноклем ездить. Говорит, это у вас очки? Нет, говорит, это не очки. Говорит, если вот так вот это самое отломать, это будет пенсне. А если только одно, то это будет монокль. Ну вот так, что, чтоб не делать пенсне с моноклем. И я такая прикольная в них. Собственно, я их покупала только для того, чтобы на ярмарках участвовать. Они так такие прикольные. Такие. Такая легкая сумасшедшенка. А может, не очень легкая. Так, все, еду домой. Купила котам вкусняшек. Вот, купила котикам моим вкусняшечек. Рыбки. Замороженную. Сейчас приеду, быстренько кину в холодную воду. А то они мне устроят какой-нибудь очередной. Я их решила сегодня накормить конкретно, чтобы они не таскали мне мышей. И не будили меня рано утром. Блин. С этими мышами, ну честное слово. Пацан, конечно, мышелов знатный, но... Но... В общем, еду домой кормить своих бармалеев. Нашла я свои смешнючие очики. Потому что вот эти, по-моему, все. Копцы им. Только надо ехать в город. Ой, ничего не вижу.
Надо ехать в город покупать новое. А, они треснули. Мать, я думаю, что стекло выпало. Они, оказывается, треснули. Да. И как раз на носу. Вроде не цепляет. Ну, разве что монокль вставить и с моноклем ездить. И говорит, это у вас очки? Нет, говорит, это не очки. Говорит, если вот так вот это самое отломать, это будет пенсне. А если только одно, то это будет монокль. Ну, вот так что, чтоб не делать пенсне с моноклем. И я такая прикольная в них. Собственно, я их покупала только для того, чтобы на ярмарках участвовать. Они так такие прикольные. Такие. Такая легкая сумасшедшенка. А может, не очень легкая. Так, все, еду домой. Купила котам вкусняшек. Лежит мой мышелов. Только что проезжала мимо, смотрю, сороки клюют подберезовики. Представляете? Ну-ка глянем. Не, точно. Клюют грибочки. Ой, сейчас. Вы только гляньте, кто у меня растет. Надо же, белые грибы. Ну что-то они так устали. О. Давно, наверное, растут как-то сыровато им, что ли. Да. Ой, слушайте, пахнет вообще. Пахнет, да. Пахнет белыми грибами. Ой, как интересно. А нет, подождите, это не белые грибы. Это маховики. Вот он. Да, конечно. Маховичок. Видишь, какой вырос? Слышь? Вон, на. Смотри, какой маховичок вырос. Смотри, какой красивый. Мяу. И все ты мяу. Все ты мяу, злодей. Подлизываешься, да? Устроил мне сегодня побудку невероятную. Да. Кто мне сегодня устроил побудку? Что Оксана аж слетела с кровати в поисках твоей мышки, которая, не будь дурой, сразу раз и смылась. Где мне ее теперь ее искать, не знаю. Да, зато ты знаешь, да? Но ты мне, конечно же, не скажешь. Не скажешь ты мне, конечно, не скажешь, да. Вот сегодня накормлю тебя, как на убой. Вот, и только попробуй принести мышу мне. Уселся попом. Уселся попом. Своим попом уселся на мою ногу. Да. Конечно. Кто? Кто мышу принес? Злодей. Кто мышу принес, а? В 7 утра. Кто мышу принес? Ну-ка мне скажи, кто там? Злодейский какой кот мышу мне принес? Ты знаешь этого кота, а? Я вот думаю, что ты его знаешь. Ух ты. Бандит. Куда я? Туда и мой верный пес тёфся. О. Расклевали. Ну, может, они, конечно, не сами. Скажи, здравствуйте. Вы нас не ждали. Может, они, конечно, не сами грибы клевали, а этих самых насекомые, которые червячки. Да? Червячки, которые были
под березовичках. Ой, слушайте, вот еще один нашла. Что такое? Свежачок. Смотри, какой тут свежачок стоит. Ах, зря тут не взяла. Ну, куда ты свою попу выставил? Неприлично, неприлично людям попу показывать. Даже кошачью. В общем, такая вот тут у меня неожиданная находка. Еще один. Тоже свежачок. Слушайте, прям жареха. О. Ну, конечно, жареха так, ну, на бутерброд с сыром. Само то. Что? А я думаю, что у меня цветы не растут? А у меня тут, понимаешь... Извините. Все, я не смотрю, да. Не смотрю на ваши удобрения. Так, ну что, глянем еще. О, ё-ё-ё. Вот еще один. Я его не видела, он уже все. Попрощался с жизнью. Последователь. Ну все, ты мяу. Все, ты мяу. Что-то здесь я не вижу пока белых. Наверное, еще не выросли. Твою ж дивизию. Он звезда и наступила на него. Только женщина. Блин, вот он. Ой, тут ходить опасно. Думаю, на что я на камень на какой-то наступила? Да! Видишь, Тюфсик, ты должен искать грибы, понимаешь? А ты вон в обмороки падаешь. Что ты в обмороки падаешь? Кто грибы искать будет? Видишь, твоя хозяйка раздява. Наступила на белый гриб. Да. Это ты в обморок так упал, показываешь, какая я раздява, да? О, не, ну вы гляньте. Вы гляньте на этого товарища, а? Тюфсик. А, Тюфсик, ты засранец. Да. Ты засранец, Тюфсик. Вон там еще гриб был. Но тоже уже приказал долго жить. Да? Что ты ему? Ой, что ты ему? Ой, что ты ему? Почему? Ты ж котик, ты должен говорить мяу, а не му. Ты должен говорить мяу. Так, ну, в общем-то, считай, что у меня жареха практически есть. Четыре гриба. Да, Тюфсик? Грибы будем кушать? Будем, скажи. И вон еще один. Правда, не знаю, кто это. Вот он, красавчик. Сейчас. Не, это похоже, этот сам. Да, это этот самый. Сыроежка. Тюфсик. Вот нам и сыроежка нашлась. Да. Да, правильно, Тюфсик, молодец, убегает от этих больших машин. Мало ли что. Молодец. Да. Молодец, ты мой замечательный кот. Ты мой осенний кот, такой красивый кот. Да. Ну, пойдем уже кушать, пойдем. Ну. Красота, конечно.
Мяу, очень даже мяу. Я с тобой абсолютно согласна. Очень даже мяу. Ой. Все, пойдем кушонькать.